Урбан Алматы тоже готовит провокацию. Вы только представьте, что каждое высотное здание будут украшать гигантские граффити. Как к такому стрит-арту отнеслись горожане? Смотрим. По граффити-проекту в Алматы разрисуют 8 крупных фасадов. Никаких банальных решений, только арт-полет. Причем в хардкорных условиях, при жаре в плюс 40. Сколько раз вы так вот за сеанс поднялись, опустились? Мы сколько, 2 дня работаем? Не знаю, ну раз 5-6 туда-сюда съездили. Мухитна, расскажите, какая картина будет именно на этом фасаде сегодня? На этом фасаде будет изображение девушки. Она очень этническая, она в таком национальном духе. Но при этом вы же миксуете его современными стилями. Разумеется, я это миксую, потому что делать в совершенно традиционном стиле лично мне уже скучно. Украсить алматинский урбан взялись художники из России, Англии, Украины и Кыргызстана. Фасады в итоге получились футуристичные и колоритные, особенно если возраст здания плюс 50. В принципе, город у нас серый, можно сказать. Именно с вот такими выполнениями, такими красивыми принтами, это очень выглядит оригинально. Да, нравится. Ну, весь я не могу сказать, но стоит, по-моему. Потому что красивее и будет еще. Ну, весь город, конечно, не стоит, но иногда такие граффити радуют глаз. Это, конечно, должно быть под контролем, что там будут рисовать. А то могут такое нарисовать, что не дай бог. Ну, смотря что написать. Можно написать 3 буквы, но они будут значить мир. Правда? Смотря какие буквы. Если у нас такое искусство только начинает приживаться, то в мире есть города, где без граффити стены считаются голыми. Нью-Йорк, Мехико, Лондон, Прага, Лиссабон и еще с десяток других мегаполисов такое художество превратили в культ. Алматинский же проект будет ежегодным, да и для горожан появится возможность самим выбирать, какой рисунок будет красоваться на их доме. А тут уж как фантазия разыграется.